Приветствую вас, земляне. Сегодня хочу научить вас, как сделать клавиатуру с подсветкой своими руками. Простейший способ. Минимальные затраты. Я полазил, посмотрел. Там вообще надо все коверкать, разбирать, под кнопки залазить. Ну, конечно, там, возможно, солидно, но я вот мне надо только для того, чтобы что-то посмотреть и все. Если вам интересно, я могу показать. Вот смотрите. Ну, значит, какие затраты. Первое, значит, нам что понадобится? Уголок пластмассовый. Пластмассовый уголок. Значит, болт и лента с этими, с диодами. Светодиодная лента. Она, по-моему, рублей 30 стоит. Болты, ну, может, 20 рублей стоит. Эти вот вообще дешевые, можно просто шляпку отрезать и загнуть его. А можно ничего не делать. Можно вот купить сразу такой болт и все, с двумя гайками. Про гайки вот я забыл показать. Ну вот две гайки еще сюда. Вот, значит. И получится у вас вот так. Вот такая клавиатура. Вот. Вот как она будет стоять. Значит, что делаем? Вот это уголок у нас. С внутренней стороны к уголку приклеим вот эту ленту на суперклей. Два провода здесь выводим. У меня они идут... Вы можете прям сразу вывести. У меня идут в клавиатуру эти провода. Здесь я поставил переключатель. Вот. И провода идут к блоку питания 12 вольт. Лента, соответственно, тоже 12-вольтовая. Она у меня была длинная, я ее вот разрезал. Вот кусок сюда поставил, а кусок, вот, который я вам показал. Вот видите, подсвечивает как хотите. Вот. Вот эти вот болты у меня, там двойной скотч на суперклее. Приклеен вот этот уголок. То есть, конечно, конструкция не такая надежная, но она и не нужна здесь надежной. Никто здесь лазить не будет. Пыль протереть возможность есть, то есть ничего страшного. Сверху вот так я протираю пыль. Ну, я вот пленку здесь наклеил белую, вот так немного, чтобы как бы получше она немного выглядела. Вот лампочки. Этот уголок можно под любым углом сделать, как вам будет удобно. Еще что... Эти ленты, они разного цвета продаются. Каких хотите зеленых. То есть вот то, что там показывали, вот это, в интернет я заходил, по-моему, смотрел, вот искал. Там чего-то, вот клавиатура с подсветкой. Тут все так наворочено, там что-то надо разбирать. Тут вот все разбирать, везде все они разбирают, курочат. Просто вот хотите сэкономить деньги, не покупать, вот, пожалуйста, вам вариант. Очень удобно, затраты просто минимальные вообще. Минимум затраты. Вот такие дела. Но также заходите ко мне на канал в YouTube и в ВК. Вот здесь. Можете посмотреть тут по компьютерам, вот что по... Поглядеть также самую быструю сборку, вот падение напряжения по материнской плате. Ну, тут есть информация, вот разгон видеокарт, там как настройка. Заходите, буду рад пообщаться. А также в группу заходите ко мне. Буду рад. Ну, вот так как-то. Всего доброго, берегите себя и своих близких. До свидания.